Какие эмоции? Да не знаю, ну пока, если честно, эмоций особо не осталось, потому что все силы отдали на поле. Вот, было тяжело, пока что усталость. Только умом понимаю, что вот первый трофей, выиграл кубок, все круто. Ты раньше играл за Урал, какие-то был из-за этого настрой особый? Ну, у меня с Уралом до сих пор теплые отношения, я со многими ребятами поддерживаю связь, и с президентом в том числе. Вот. Нет, наверное, на самом деле во главе угла стояло то, что вот я могу стать первый раз обладателем кубка, и, в принципе, не имело значения, против кого мы играли сегодня. Когда поверил в победу? Только с финальным свистом или уже были предчувствия? Да не, ну я думаю, что в первом тайме, когда мы вышли, я прочувствовал настрой, энергетику вообще, то, что все ребята сплотились и выглядели гораздо лучше, понял, что мы, скорее всего, сможем сегодня победить, но вот концовка, к сожалению, была нервной, потому что в том числе я не сумел там реализовать пару моментов, так если бы забили еще один, я думаю, что было бы гораздо проще все довести до победы. Как тебе атмосфера на стадионе? Атмосфера очень понравилась. Большое спасибо болельщикам, в первую очередь Локомотиву, то, что приехали, и тем людям, которые, в принципе, там ни за кого конкретно не болели, которые пришли там из-за праздника футбола. Вот, большое спасибо.